ты хочешь поучаствовать в конкурсе по рубрике «От первого дня до современности». Твоя задача – сделать видео про витебский трамвай БКМ-6203 номер 618. Для этого тебе нужно зайти на сайт transfoto.org и скачать оттуда все фотографии вагона номер 618. Далее склеить все фотографии в видеоредакторе в правильном порядке. А между фотографиями сделать красивые переходы. Также ты должен убрать границы с фотографией и указать в левом верхнем углу год, в котором была сделана фотография. Только не ошибись. Далее в конце ты должен вставить скрин сайта, где отображается текущее состояние вагона, прямо как тут. А в конце вставить какое-нибудь ночное фото, где будут слова «Понравилось видео?», ставь лайк и подписывайся на канал. Всем пока! Посторонние звуки в видео не приветствуются. Программы для записи экрана также не приветствуются. Далее ты должен вставить музыку. И так, чтобы она проиграла от начала до конца. И после конца песни видео тут же закончилось. Также желательно делать переходы под бит. Далее ты должен опубликовать видео на YouTube под хэштегом «Транспорт600from18Белорус». Конкурс проводится с 28 октября 2024 года по 28 ноября 2024 года. Далее я определю победителя и опубликую его видео на свой канал, а в награду я пропиарю канал победителя. Надеюсь, все поняли. Всем удачи! Проект проведения планирования заранее произведенного билета на трамвай.